Всем привет! Меня зовут Дюспеков Самат Дюспекович, я врач-дерматовенеролог. Сегодня поговорим про бородавки. Бородавки – это доброкачественное заболевание кожи и слизистых оболочек, вызываемых вирусами папилломы человека и характеризующихся появлением эпидермальных новообразований кожи. У детей очень часто мы сталкиваемся с подошвенными бородавками. Это такие маленькие узелки на ладонях или на подошвах, которые могут вызывать боль при касании, при ходьбе или даже в покое. В принципе, бородавки можно не удалять, потому что у детей есть высокий процент того, что они могут пройти самостоятельно. Однако это время может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, и за это время бородавки могут начать давать отсевы и медленно расти. Поэтому часто принимаем решение все-таки их удалять. Многие начинают их удалять самостоятельно, специальными химическими растворами в домашних условиях, и очень часто обращаются с аллергическими контактными дерматитами, сильными ожогами и даже рубцами. Наличие бородавок на коже – это риск того, что вы можете заразить другого человека, или это ограничение посещения бассейнов или других секций. Если вы заметили у себя бородавку, то вам следует обратиться ко мне. И чем раньше вы это сделаете, тем проще будет лечение.